Покхара стала для всей съемочной группы настоящим испытанием. Но начиналось все, как всегда, весело. Девочки, ну мы же фокус выставляем, ну в самом деле. Куда ты своими галошами стала? Снимать, пожалуйста, ну серьезно. Леша, я паспорт забыла. Да, можно съесть в гостиницу? Я предлагаю просто убить. Потом было очень высоко. 3745 метров, друзья, у нас. Вот. 3800. 3860. Все, не плачь, не плачь. Я хочу вам сказать, что мы поднялись уже на 450. Пять и четыре. Самолеты летают на этой высоте. It's too cold. Было очень холодно. О, как хорошо. Сегодня ночью будет минус 16. А может, ко мне кто-то ляжет еще? Мне так холодно, я здесь умру одна. Утром будет просто. Зато просыпание Регины будет просто как... Зараз же минус. Убьем. Давай. Давай. Было очень страшно. Класс, я пошла. Стой, Олег, я иди не сюда. Хочу. Стой. Полетишь, куда ты? Полетишь, ты уже подписала бумагу. И контракт подписала уже. Не, Андриан. Было очень больно. Ой, блин, больно, очень. Тебя же никуда не хрюет, ты разумеешь? Я буду снимать до состояния этого вздоха. Подожди, мы сейчас снимаем или пробуем? Ну, снимем на всякий случай. Блин, да нет. Мы теряли надежду. Женя! Олег! Пипец. Все сдохли. Ну, то похвалите. Тебе питание, кто за кем? Короче, моя группа сдохла, мне кажется. Казалось, что ничто не может вернуть нам веру в себя. Но мы не сдавались. Ты кремень! Я баба-мужик. Ты баба-мужик! Я вообще первая дойду до этого спика, понятно? Все, оператор едва жив. Снимать, я сказал! Давай! Не надо никуда идти, перекатись туда вот. Вот, отсюда можешь снимать, прекрасно. Кадр-то хоть красивый. Красота спасет таки этот мир. Она спас прирожденный оптимизм. Давай, Лиза! И, как всегда, песни и пляски. Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Леся и Саранги». Номерок блатной, три семерочки. Едет, катит фраерок к сивой корочке. Номерок...